Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не являешься членом ополчения. Ты даже не гражданин! Не гражданин! Как ты даже думать смеешь о том, чтобы носить доспехи паладина? Только немногим из солдат ополчения, успешно выполнившим необычайно важное задание, была дарована такая честь. Если ты хочешь стать паладином, впереди тебя ждет очень долгий и тернистый путь, мой мальчик.